Привет, это канал Кинописьма. Ставьте лайк этому видео, поехали. Знаменитый американский актер Джефф Бриджес заявил, что у него выявили рак крови, лимфому. Такой информацией 70-летний артист поделился в своем твиттер-аккаунте, отметив, что за его лечение взялись самые лучшие врачи. Джефф Бриджес известен по фильмам «Большой Лебовский», «Человек со звезды», «Претендент», «Король рыбак». За свою почти 50-летнюю карьеру он номинировался на премию «Оскар» 7 раз и один раз ее получил. За роль в картине 2009 года «Сумасшедшее сердце». Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.